Если вы мечтаете о свадьбе около моря, это именно то место, которое вам нужно. Мы находимся около Эллинга, Белый дом. Он находится рядом с морем. Рядом с ним есть придворовая территория, которую мы используем под банкет. Сзади меня вы видите шатер, который мы установили за пару дней до свадьбы, дабы избежать риска плохой погоды. Эта площадка удобна по нескольким факторам. Первый – здесь можно организовать проживание гостей. Второе – провести церемонию с великолепным видом на море. Третье – банкет также совсем рядышком. И четвертое – море, в которое можно окунуться после, во время и до банкета. Чтобы шатер не выглядел слишком голым и куцым на природе, мы добавили ретро-лампочки и зеленые лианы на потолок. Также гостевые столы украсили живой флористикой и свечами. Это всегда выглядит очень круто и атмосферно. Сегодня у нас количество гостей – это 30 человек. Мы разделили их на три компании и посадили за три отдельно стоящих стола. Для удобства есть карта рассадки, где каждый гость сможет найти себя и увидеть, за каким он столом сидит. Выездная церемония у нас будет немножко в другом месте, на крыше дома, где проживают гости. Это четвертый этаж, с которого открывается невероятный вид на море и на горы. На свадьбе очень много молодежи, поэтому мы предусмотрели несколько интерактивных зон для них. У нас сегодня будет зона кальяна. Это любит большинство молодежи. У нас будет целый таз с пивом ледяным. У нас будет полароид. Гости могут фотографировать себя и вклеивать эти фотографии в книгу для пожеланий.